Европейский Союз ужесточит порядок получения виз для белорусских чиновников. Это ответ на давление, которое Минск оказывает на Брюссель. Беларусь обвиняют в том, что она переправляет прибывающих в нее мигрантов через свои западные границы с целью дестабилизации соседних стран и всего Союза. Еврокомиссар по внутренним делам называет это государственной контрабандой людей и считает, что она служит также источником дохода для Александра Лукашенко. «Мы наблюдаем совершенно новый феномен со стороны Лукашенко», — сказала Илва Юханссон. «Его режим находится в отчаянии после введения против него болезненных санкций ЕС. Этот человек пытается приглашать или импортировать мигрантов, которые вынуждены платить за это много денег, как минимум по 10 тысяч евро за то, что им устроят пересечение границы или даже вытолкнут в Евросоюз. Их обманывают ложными обещаниями». Все более трагичным становится положение большого количества мигрантов в лесу вдоль белорусско-польской границы. Поступают сообщения о грубом с ним обращении и о гибели не менее 5 человек. Варшава запретила посещать этот район журналистам и представителям общественных организаций после того, как Польшу заподозрили в отказе предоставлять убежище этим иностранцам, оказавшимся в тяжелом положении. «Они все больше и больше устают. Эти измотанные люди находятся где-то в лесу. Беларусь и Польша многократно перегоняли их с одного места на другое», сказала польский юрист по правам человека Марта Горчинская. «Мигранты больше не могут идти пешком из Беларуси в Польшу в таких суровых условиях, при очень низких температурах, без нормальной еды и сносного жилья, без надлежащей одежды. Когда мы встречаем этих людей, они находятся в ужасном состоянии». Еврокомиссар по внутренним делам до сих пор не осудила предпринимаемые Польшей жесткие меры. В четверг она встречается с ее министром внутренних дел. Юханссон намерена заявить в Варшаве о том, что в нынешней ситуации должны возобладать общие ценности ЕС и международные законы.